Prendete la sedia, se prendete le tue sono in Italia, provate, no, venite qua. Ah. Мужчина захотел сняться у меня видео, не знаю даже как зовут его сейчас, будем спрашивать. Чао. Чао, come va? Bene, bene, tu? Bene, dai, forza. Come si chiama lui? Io mi dai del tu, io mi chiamo Guido. Te ti chiami Marina, mi sembra. Bravo, da. Vero? Sì, sì, vero, vero. Его зовут Гвидо, vero? И он говорит, называй меня на ты. Allora? Sì, sì. Puoi fare un video su internet questo? Sì. No. Lei ha detto che vuole fare il video. Ma non pensavo andasse su internet. Sì. Va bene, allora le faccio da solo. Grazie. Sì, sì, grazie. Sono sincero, no? No, è vero. Говорит сначала, сейчас я буду с тобой видео. Va bene, Гвидо. Tanto non mi fai noia, puoi sedere se vuoi. Sì, ci si vede. Слушайте, говорит это самое. Я говорю, я буду видео снимать, говорю, вы не против? Он говорит, нет, говорит, я могу говорить с тобой поснимать. Я говорю, ну садитесь, а потом говорит, ты что, говорит, это загрузишь куда-то? Я говорю, да. Он говорит, ой, тогда не надо. Ну не надо, да, выходите из кадра, вообще не поняла, что за посторонние люди. Девчонки, села против света, ну в принципе это не важно, потому что за другим столиком сидят две девочки, они или обсуждают какую-то режиссерскую программу, я не знаю, или просто фантазируют, но просто реально громко разговаривают. Здесь еще получается, у них, во-первых, во множество городов. Давайте буду говорить за свой город. Кафешки все на проезжей части дороги большинство. Понимаете? То есть это, ну, как бы понятно. Машину припарковал, вышел, очень удобно попил кофе и зашел. И девочки так громко разговаривают, вообще это так мешает. Еще получается камера развернута, микрофон получается с их стороны. Это просто жесть. Поэтому даже не буду одевать очки, потому что это против камеры. Или нет, лучше я пересяду, потому что, девочки, вам будет нифига не слышно. Потому что микрофон с той стороны. И я буду только... Ну, вот так вот, конечно, лучше. В общем, девочки, вы видели, что мне звонил Бартос. И мне нужен ваш совет. Ну, в принципе, я уже решила, но какие-то сомнения меня посещают. В общем, к нему приезжает мама. Она к нему приезжает, он мне позвонил и сказал, ко мне приезжает мама проведывать. Он, кстати, кто писал, что типа ему желал здоровья, он в тот же день, когда попал в больницу, в час дня, он был уже дома. То есть, как бы проблем не было. Они опять за мной ходит, не хочет сниматься и ходит туда-сюда. Он уже в час был дома, то есть он уже с госпиталя приехал домой. Сейчас он не работает, я так поняла, потому что типа как будто он болеет. Ну, не знаю, у меня тоже такое было, укол мне сделали, и пошла я куда мне надо было по делам ходить. Ну, в общем, ладно, это не, я могла бы на эту тему долго. Ну, короче, я не буду опять там кости мыть. Ну, у меня есть на это дело свои соображения. В общем, говорит, что приезжает мама, говорит, типа, ты хочешь с моей мамой познакомиться? Естественно, я в шутку сначала сказала, что типа, ты что, хочешь меня позвать замуж? Как вы мне орут? Они тут сейчас орут. Я думала, что я их выкурю, не, нифига. Они даже не выкуриваются. Вот, я говорю это самое, что буду орать еще громче. И я говорю, ну, говорю, мы же, ну, типа, я же замуж за тебя не собираюсь, ты что мне собираешься, типа, делать предложение, что ты меня с мамой хочешь познакомить? Он такой, нет, просто приезжает моя мама, если хочешь, типа, к концу недели, типа, мы с тобой встретимся. Я говорю, слушай, я тебя не слышу, я потом перезвоню. Я, естественно, потом перезваниваю. Я могу с ним разговаривать только если включаю на громкость, тогда я его слышу. Так я вообще не слышу его. Вообще в телефон прям вот я уши, я все дырки, в которых только можно, может воздух заходить и выходить, я все дырки вот так вот открываю, прям набухаюсь прям вся. Мне, кстати, сейчас еще бежать, знаете куда? Мне сейчас бежать в спортзал. Я сегодня на вечер в спортзал иду, потому что не успевала. С ним делами не бегала. В общем, я ему потом перезваниваю и говорю, значит, так и так. Говорю, что, ну, ты сам понимаешь, что, типа, мы с тобой уже не вместе, говорю, замуж, ты, ну, типа, ну, это не в том плане, что я там намекаю, что я замуж хочу, нафиг оно мне надо. Ну, хотя, знаете, никогда не зарекайся. Вот, и говорю, типа, зачем, типа, ну, это вот встреча нужна, типа, там, маме только нервы, типа, мотать. Мама все равно, мы прожили там много с ним, понимаете, с мамой мы общались все время хорошо по телефону. Вот, он такой, да, да, ну ладно, все там, давай пока. Я ложу трубку, знаете, девочки, подумала, наверное, это неправильно. С мамой мы всегда хорошо общаемся, даже после того, когда уже мы разбежались, мы все равно хорошо с ней общались, когда там она бывала позвонит, если мы там в машине вместе, там, или там дома, когда у него, или когда у меня там он забегал домой. Вот, и я такая думаю, знаешь что, говорю, наверное, давай, говорю, встретимся, потому что мама, первый раз я с мамой буду, тут по скайпу мы виделись, это понятно. Но это первый раз так вот на его сестру, я его уже снимала. Ой, я так сказала, что типа сестру я его уже снимала, сейчас сниму маму. Нет, маму я, наверное, снимать не буду, потому что он не хочет, чтобы мама шла на интернет-просторы, он не хочет, чтобы ее опять, ну, чтобы комментировали это все, потому что он говорит, мне потом звонят. Сначала он мне просто переписку сбрасывал, теперь видно, передавалка ему уже звонит, говорит, мне потом звонит, все время спрашивает за наши с тобой отношения.
что типа что это за отношения, что вы не вместе, типа скажут, а ты еще, типа, и с мамой, видите, он выбирает мужчину. И типа с мамой продолжаешь ее знакомить. Ну, в общем, короче, там у него свои дела. И я ему говорю, ты знаешь, говорю, наверное, будет правильно с мамой увидеться. Девочки, ну это вот жизнь Италии. Там здесь сидят, едят, там подметают, там кафе делают. Это вот житуха города. Вот. Я говорю, наверное, это будет неправильно. Я говорю, наверное, надо с мамой встретиться, там, попить. Я говорю, ну мы ж не, я думаю, не будем же мы там с мухами сидеть. Вот. Он говорит, нет, я говорю, мы же, наверное, там поедем, может, там, в Марину Депизу, там, еще куда-то маму свезем. Вот он такой, без посту. Мужчина пошел, здесь просто под два столика, можно было больше столиков вместе. И в общем я говорю, типа, мы можем, короче, встретиться, там, давай. Вот. Потом он мне пишет, типа, ну, короче, вот как поступить, правильно или нет? То есть я, с одной стороны, понимаю, что как бы из уважения, то есть человек едет издалека, из Калабрии, да, на автобусе, там, бедная женщина. Там возраст уже 80 там, лет, и, по-моему, отцу 80, парня немножко помоложе. Вот. И я думаю, надо же, наверное, встретиться, ну, просто посалютарить ее, ну, понятное дело. Столько лет общались, столько лет с ее сыном прожила. Вот. И он мне потом пишет, что, типа, моя мама только не снимает. Я говорю, ну, а что ты, говорю, наоборот, тебе понравилась настоящая итальянская женщина, вот коренная, да, вот прошедших, типа, лет. Он говорит, нет, потому что потом, он говорит, хоть один раз в жизни будь серьезно, типа, со своей видеокамерой. Я тоже ж тебе сказал, что я не хочу, чтобы, типа, ну, короче, его задрали, кто ему там передает, переписывает, в общем, сдулся он в том плане, что не выдерживает вот критики, не выдерживает от того, что будто я не буду снимать его с животом, будто у него живот похудеет, ну, в общем, настроение, паранойя. Вот, и не знаю, девчонки, вы что бы сделали? То есть, понятное дело, с одной стороны, кажется, что нафиг оно надо, потому что эту пуповину никогда не отрежешь, а с другой стороны, столько лет общались по телефону, естественно, приезжают. Я его сестру снимала. Я сейчас не помню, как я, приезд его сестры снимала. Они у нас у меня останавливались дома. Я же не помню, где они спали, кстати. Или они не спали? Нет, они, по-моему, спали. Мне тогда еще было неудобно. Думаю, блин, живу с мужиком по кухне, блин, развалина. А ему пофиг. Вот. Очки-то розовые я сняла-то уже после 10 лет. Потом через год я уже к этому пришла и потом уже приняла решение. Вовремя разбежались, не жалею. В общем, девочки, вот так вот. Я вот думаю, что, наверное, все-таки надо, да, встретиться, познакомиться. Просто, да? Человеку, наверное, если он меня зовет, наверное, ему приятно, да, познакомить маму со мной. Еще я ему говорю, знакомить надо было раньше. Я говорю, знакомить надо было, когда мы с тобой жили, чтобы мама там приезжала или мы к маме ездили. А не так, что когда мы разбежались с мамой знакомить. Вот. Знакомить надо было раньше, а теперь что знакомить? Кто мы такие друг друга? Даже покупки нельзя сделать спокойно, все на нервах. Вообще, мою маму не надо снимать. Типа, я говорю, почему? Она же такая вроде, ну, вроде. Я говорю, она же такая, ну, типа, коренная, там, итальянка уже со стажем. Типа, интересно было посмотреть на типаж. Нет, говорит, потому что потом будут писать. В общем, вот все, кто снимался у меня видео, до тех пор, пока писали, боже, какое все прекрасное, какое у него синее. Все было хорошо. Как только начали кто-то, ну, понятное дело, если хорошо, есть плохо. Как вы наваривать? Как только появляется какой-то хотя бы даже один комментарий в ленте, все просто. Потом начинает такое писать и оскорблять, и блокировать, и кидать жалобы. Я с этим столкнулась, поэтому я об этом говорю. То есть люди просто раскрывались с другой стороны. Это вообще просто. Поэтому, конечно, выдержать тоже, знаете, прицел видеокамеры, это тоже надо еще иметь хорошие укуды и папилломы. Молодые, а не просроченные. Когда даже вчера Наташа, ну, целая пескотина, когда Наташа, она же кардиолог, даже снималась видео, я тоже понимала, что это. Я ей сказала, не надо стараться нравиться хорошей. Говорит, так как считаешь, как ты считаешь это все. Какое твое мнение? Не надо подстраиваться под публику и кому-то нравится своими хорошими высказываниями. Мы, кстати, не говорили за всю Италию. Ну, конечно, да, оно получается, что ты обобщаешь. Прям конкретно, если кого-то кто-то обиделся, не потому что я сейчас забираю свои слова обратно, нет, но это не было так, знаете, инструктивно, как-то конструктивно, нет, это так просто получилось. Но тем не менее, все правильно девочки написали, зато она сказала правду. Боже, на мой репортаж все собрались, я же на своем языке разговариваю. Собрались все, никто не уходит, мужчина, который в начале видео хотел сниматься, стоит и наблюдает.
сильно ему симпатично. В предыдущем видео я сказала, что меня звали делать бутерброды за 15 евро в час, хлеб резать. Нет, это, по-моему, было 15 евро ночь, и то это была не ночь, а несколько часов, потому что ты же не всю ночь режешь. По-моему, как-то так, но я точно это помню, это было. Саша, наверное, месяцев 6 было. В общем, девочки, вот такие вот новости. Поэтому я ему сказала, говорю, смотри, говорю, я в субботу, не то, что я в субботу себе поехала. Но ты же знаешь мой график передвижения. Он говорит, да, потом говорит, ну потом созвонимся. Сегодня мама, по-моему, сегодня мама приезжает. Ну а что, котлет наделает, помоет. Единственный сын. Они очень, у них очень хорошие отношения, они разговаривают на любые темы. У мамы еще, у него есть дочка. Все. Эта женщина знает все. Сколько котов, в какой позе коты лежали. Причем она живет не за моим домом, а вообще-то в другом доме. И она знает все. Сколько котов, какой кот подтянулся, какой кот перевернулся. Я вообще просто в шоке. Такая наблюдательность. Причем не за моим домом, а совершенно в другом. Но все равно есть итальянцы очень любопытные. Но это я уже в другом видео. Я, кстати, хотела сегодня рассказать именно свой опыт. Скажем, работа, не скажем, а работа. Я работала по контракту, работаю в итальянских семьях. В очень многих, я думаю, это было бы много кому интересно, потому что это мой личный опыт. Я из личного опыта расскажу это. В общем, пишите, да, в тех же комментариях, если вам будет интересна эта тема. Я расскажу. Я сегодня хотела, но не получается. Что натворила Саша? Сегодня мне звонит со школы, я ушла себе спокойно по делам. Как приятно, когда ты спокойно. Мне написала девочка Марина, не ругайте Сашу. Это экзамен на нее так влияет. Девочки, это безнаказанность, это наглость. И это когда очень много свободного времени, неконтролируемое родителями. Боже, как она орет. Вот. И мне звонят со школы, она типа ушла на экзамен. И мне звонят и говорят, вы писали типа записку, что типа, чтобы Александру отпустили. Допустим, она сдает экзамен и ушла сразу домой. Я говорю, я ничего вчера не подписывала. Нет, ну потому что здесь говорит, что это какая-то записка непонятная, вообще не поймешь, каким почерком написано, что там. А у меня очень сложная роспись. Я расписываюсь, фамилия и имя мое я пишу на русском языке, поэтому русский мою подпись подделает вот так. Детский сад. А, конечно, тот, кто не умеет писать, особенно прописными буквами, конечно, это ж вообще, это да Винчи, понимаете? Да. Мазок, фей, не дай бог, еще такой, как я. Вот. И я говорю, я ничего не подписывала. Нет, здесь какая-то бумажка, вообще ничего не поймешь. Она, короче, сама написала сама себе, куда она хотела уйти. Она же, наверное, хотела сдать и смыться на этот период куда-то, с кем-то. И я себе спокойно там хожу, куда мне надо, я даже не знаю, где она. Понимаешь? Единственное, только забирать телефон. Заберешь телефон, все, человек через пару дней как шелковый. Телефон, естественно, не контролируется, смс-ки, переписки, потому что, ну, во-первых, это, наверное, некрасиво, во-вторых, ну, не знаю, у всех свои коды, и времени на это не хватает. Конечно, это ужасно звучит, но давайте смотреть правде в глаза на эти телефоны. Раньше прибегали, вы хотите на улицу пойти, раньше прибегали дети, позвонили в звонок, можно Марину, под окнами вы орали, Марина, выходи. Мама посмотрела в окно, она видит, сколько человек кричит, Марина, выходи. Какой выход сделает Марина, хотя бы лица детей рассматривает. А здесь теперь что, по телефону позвонила, поехали на море. София, с кем едешь на море? С Гретой. Какой Гретой? Ну, я помню, там девочку, я так поняла, я видела один раз. Ну что, ты же не знаешь, за семья, с кем и как. А раньше ж ты никуда не пойдешь, пока за тобой не зайдут, или ты не зайдешь, правильно? Родители знали передвижение детей. А сейчас что? Сейчас уже звонком никто не пользуется. Телефон, уже впадло даже в звонок позвонить. Все в телефоне тыкают. Я прихожу домой, естественно, она сразу секла. Я там разговаривала с койким. Лен, тебе привет. Не буду говорить с подружкой, Лен, тебе привет. Вот. И она, естественно, поняла, что пока я разговариваю, заставила себя заснуть. Сама себя заснула. И я пока пылесосила, протерла пол, там больше мне надо было сделать. Опять же, типа, Саша. Она опять типа спит. Я говорю, хорошо, вечером поговорим. Возьми все время, которое тебе надо на выспаться, а потом поговорим. А что ты будешь делать? Кто-то. Она единственная, она фразу сказала, что типа ты сама.
подписала вот эту бумажку неделю назад и не помнишь. Я говорю, покажи мне бумажку. Она говорит, у меня этой бумажки нет. А когда позвонили со школы, я говорю, я ничего не писала. Она говорит, хорошо, тогда я отнесу, говорит, типа, президенту эту бумажку, вице-президенту. У них там вице-президент, президент. Отнесу эту бумажку. Я, конечно, могла отмазать. Я, конечно, могла сразу сказать, что да, это мне, это я написала, типа, пусть это... Я могла это сказать сразу. Я бы ее отмазала. И она бы потом бы думала всю жизнь, что я так буду отмазывать. Я такая мама, я не знаю, правильно это или нет. Я никогда не буду отмазывать никого ни за что. Я ору, но не оно, это я так выражаюсь. Я понимаю, что я оратор. Ну, такой наглости ораторского искусства я вижу первый раз. E vai già tanto che non si spacca la faccia, infatti, vabbè. È iniziata a piangere e quindi sono andata lì a tranquillizzarla, a sollevarla. Mi stavo sentendo in imbarazzo perché sembrava mica una cazzo di sirena. Iniziava così, cioè, e dicevo, easy, calma, perché poi... Боже мой, кто-то мне еще зарекется, скажет, что я не воспитанная. Короче, девочки, в общем, я могла отмазать, но я посчитала, я говорю, несите, пусть меня вызовут к директору, пойдем вместе, я посмотрю на то, если меня вызовут, потому что конец года, но нафиг никому не надо. Я никогда не буду отмазывать, ни в этих случаях. И София тоже у нас, не, девочки, это я потом расскажу, потому что это невозможно. Я знаю, потом лучше писать, то камера трясется, то, блин, там трясется, я уже не знаю, как орать. Одного не выкуришь, другого не высидишь. Почему ужас какой-то? Профессионализм падает. В общем, девчонки, буду ждать ваших комментариев. Я думаю, что, конечно, много напишет адекватно и добро. Вам всего хорошего, всего классного. Классной концовки недели. Купила себе вот эти вот сандали, девочки, и натерла себе. Натерла себе вот здесь, только дошла до дома. И вот здесь прям до крови. Прям вот тут. Понимаете, положила, нет у меня лейкопластыря, думаю, положила тампон туда, тампонный диск. Вот. Так что буду ждать взаимосвязи наши. Вам всего хорошего, не падайте духом, нос не вешать. Есть кому-то еще, кому хуже нас. Мир и мир — это однозначно. Носков, трусов, прокладок, духов. Я, например, вообще не крашусь, я не знаю. Все, пошла я, потому что мне спортзал сегодня на вечер. Надо себя, короче, духом собрать. Надо собрать себя духом. Кошак малый прячется постоянно. Девочки, ну что, так всю жизнь будет прятаться? Это ж вообще ужас какой-то. Если, конечно, я его так словлю, возьму, он нормально. Ну, фыркает, но нормально так еще. Но неужели вообще не это? Сколько дней он у меня, наверное, уже 3 дня или 4, что он вообще никакое. Но с другими котами играется. Бегает, живчик играется. Ладно, девчонки, все, буду ждать. Вы бы что бы сделали на моем месте? Вы бы поехали или не поехали? Но я думаю, надо с мамой познакомиться, это некрасиво. Потому что если он меня зовет, наверное, ж мама, наверное, спросила, будет ли, ну, типа, Марина, будет или нет. И потом, знаете, даже может, если вы не поедете по какой-то причине, она может подумать, хотя, может, она не будет о вас думать, но, может быть, она подумает, что, типа, ну, не хочет со мной встречаться. Ну, не знаю, мне кажется, это как-то некрасиво. Боже, какая наглость, репортер говорит, второй план переигрывает. Facendo la finta zoppa, cioè, ma che te la smetti? Та никакого уважения международному репортеру. Все, девчонки, до завтра. Всем пока-пока.